Воспитанники школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту встретились с членами сборной России. Напомню, сейчас у команды на склонах горы Большевик проходит двухнедельный тренировочный цикл. Однако спортсмены нашли время в плотном графике для встречи с детьми. Беседа прошла в формате конференции, когда начинающие лыжники и сноубордисты атакуют спортивных звезд вопросами. Задать их пришли почти 40 человек. Каким маркам лыж вы отдаете предпочтение и почему? То есть, почему именно вот Александр Хорошилов ездит на марке лыж Фишер, там Александр Андреенко ездит на Росиньолах, Павел Трихичев ездит на Хедах. Почему они отдают предпочтение именно этим лыжам? И как они выбрали эти лыжи? Насколько я помню, для меня это было важно встречаться с такими, например, спортсменами, которые были на то время лучшими в нашей стране. Да, оно очень так мотивирует. Поэтому я считаю, что важно, и поэтому, несмотря даже на сегодняшнюю задержку, я быстренько собрал вещи и приехал сюда. Тренировочные мероприятия сборной России по горнолыжному спорту на Сахалине продлятся до 24 января.